Традиционно в канун Дня матери в областном центре проходят соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». На этот раз более 46 семей изъявили желание принять участие в эстафете. Но удалось это сделать лишь 12 сильнейшим. Это наш первый семейный спортивный конкурс. Вот. Нам была оказана садиком честь, как единственная семья, которая будет представлять детский сад номер 89 на этих соревнованиях. Мы надеемся, ну, пусть не на первое, но не на последнее место на этих соревнованиях, вот, поскольку они для нас первые. Большой подготовкой мы к ним не занимались, но все равно рассчитываем на победу. Первый конкурс – визитная карточка команды, затем непосредственно соревнования на скорость, силу, ловкость и даже меткость. Справедливое жюри следит за соблюдением правил. За любое нарушение их – штрафные баллы. Доступные упражнения, которые требуют взаимовыручки, ловкости, скорости. Вот по этим критериям будут сегодня семьи соревноваться. Все 12 семей. Обязательно сплоченность, потому что спорт, как никто, помогает именно в сплочении семьи. Лыжные походы, выход на каток, вот такие соревнования. Ну где как проявляется не любовь, взаимовыручка, взаимопонимание. Поддержать команды пришли болельщики. В основном бабушки, дедушки, братишки и сестренки самых маленьких участников. А между тем доказана поддержка болельщиков для команды лучше любого допинга. Причем такой допинг правилами не запрещен. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.